Сочетание необычных фактур, асимметрии и деконструктивный крой. Участницы проекта «Модель X» не сбиваются с модного курса и примеряют экстравагантные образы. Авангардный стиль из категории для смелых. Это открытие для меня. Я не думала, что в Челябинске есть у нас такой магазин. Нравится вот эта свобода, которая есть. Мне даже не хотелось уходить. Как-то сразу выглядишь, как-то помоложе и свои года забываешь. Далеко не все, кто впервые видит коллекции Максимоды, с такой легкостью их принимают. А все потому, что дизайнерская одежда требует понимания и смелости. К счастью, наши участницы пришли сюда уже подготовленными. В рамках темы стиля одежды они изучили авангард. Просто хочется носить, мерить бесконечно, наверное. Потому что тут все невозможно перемерить, мне кажется. Это все здорово, поднимает настроение. Я сразу представила, вот если бы у меня там дети сейчас замуж или женились, я бы на свадьбу, как мама невесты или жениха, пошла бы с удовольствием. Потому что я думаю, это так смотрится стильно. Вообще богато, круто. Опять же, вот разные стили. Авангардная вот сейчас одежда тоже это открытие для меня. Как-то раньше даже не думала заходить в такой магазин и что-то пробовать мерить. Думала, вообще не мое. Однако в рамках этого проекта необходимо испытать на себе все, а потому стилисты проекта предложили уникальные образы для каждой участницы. Стиль Боха. Мне он очень нравится, несмотря на то, что мне все говорят, что надо подчеркивать талию, свою фигуру, но на самом деле мне нравится вот эта свобода, которая есть, которую я надеваю. Я чувствую себя в этом стиле совершенно по-другому. Ощущения, конечно, такие какие-то воздушные, приятные, летящие. Еще одно преимущество деконструктивной одежды – это ее многофункциональность. Некоторые вещи можно трансформировать, переворачивать, носить задом наперед, убирать и добавлять детали. Очень комфортно себя в нем ощущаю. Его можно выбирать по-разному. Допустим, вот эта накидка, она как вот так носится. Также можно перевернуть ее, она будет по-другому уже смотреться. Можно, допустим, лосины поменял, и уже ты по-другому идешь и смотришься. Кстати, эти шортики, я не думала, что они могут мне подойти по длине. Потому что с ростом, я думала, как бы они мне будут уменьшать. Но ничего, это из каучука. Смотрится просто великолепно. Очень нравится. Авангардная вещица. Почти все участницы впервые примерили на себя такие смелые образы. По словам Светланы Рябининой, стилиста проекта «Модель X», эксперимент с необычными стилями должен был помочь участницам выйти за рамки привычного и понять, что к моде не стоит относиться слишком серьезно. Надо менять что-то, и вот это самое правильное направление, это и стильно. Как-то сразу выглядишь, как-то помоложе, и свои года забываешь.